Чем хорош березовый веник и почему полезен запах хрена? Обо всем этом можно было узнать сегодня в Новосибирске на фестивале банного искусства. Здесь устроили мастер-классы по созданию запахов парной и соревнования лучших банщиков города. За битвой, где главное оружие – веник, наблюдала Ольга Маховская. Гуляй, венички, по попке, чтобы не было творог. Задать жару помогают не только веники и пар. Удачная шутка добавит градус. Хороший пармейстер чем-то похож на шамана. Его работа – колдовство. Он тучи не разводит руками, а скорее наоборот, создает облака пара. И каждое движение веником выверено. Станислав парной колдует вот уже 5 лет, поэтому и бьет уверенно. У него свой подход, своя техника, свои секреты. Прежде чем начать работать веником, договаривается с духами. И уже не поймешь, то ли это в шутку, то ли всерьез. А в бане всегда главный хозяин, то есть банничек. Поэтому без его одобрения, без его помощи здесь ничего ни у кого не получится. Поэтому первым мы договариваемся с банничком. Опытные парильщики охотно делятся секретами с новичками. Правило первое – никакого алкоголя. Заядлые банщики после парной позволяют себе только стакан чая, морса или кваса. Ну, а этих любителей погорячее хлебом не корми, квасом не пои. Дай только масло подлить в огонь. Тут русский дух, тут Русью пахнет. Маслом грейпфрута или эвкалипта Алексей предпочитает отечественный продукт. Вот это хрен запаренный. Он будет хорошо разведен и подаваться на канку. То есть прочищает все, нос, горло, все-все-все. Попробуйте понюхать. Не, попробуйте. Ой, какой, как горчица. То есть с паром это будет очень прочищающее, очищающее и выводящее. Комбинируют ароматы не только в ковше. Для того, чтобы поддать на каменку, хороший банщик использует и разные веники. Еловые, дубовые и универсальные, березовые. Чем березовые веники отличаются от других веников? Чем они хороши? Ну, береза, во-первых, она используется как мыло, может. То есть в нем дегтя очень много. То есть и после пропарки березы, протирки березовым веничком даже не рекомендуется мыться. Кстати, участники этого фестиваля предпочитают веники только из березы. Берут их прямо из морозилки, свежие. И вот уж точно в этих соревнованиях, чтобы победить, каждый изрядно попотел. Ольга Маховская, Константин Стремоусов, новости, Новосибирск.